Привет всем! Сегодня хочу снять обзор на такой вот уже достаточно старый диск. Это сингл. Сингл «Tell Me» Puffa Daddy с Кристиной Агилерой. На самом деле, очень-очень неожиданно для меня было, когда в какой-то прекрасный момент я поняла, что у меня нет этого сингла. То есть у меня есть сингл с Нелли, у меня есть сингл с Питбулем. А про этот я почему-то как-то, собственно говоря, и забыла. То есть, как бы, я всегда знала, что есть эта песня, но почему-то никогда не думала, что можно купить этот сингл. И в конечный момент, когда я все-таки сообразила, я зашла на eBay, ну и поняла, что, в принципе, этот сингл можно купить за нормальную цену. К сожалению, вот, как бы, для канала, связанного с Кристиной, здесь Кристины нет вообще. Единственное, что она делает здесь, это поет в песне «Tell Me». Старая уже песенка, достаточно старая, ну, не знаю, наверное, год 2007, 2008, может, 2006, где-то вот так вот. Ну, сейчас посмотрим. Значит, вот так вот выглядит обложка. Вот такой вот у нас тут Puff Daddy. И это было типа из разряда «Достойное завершение карьеры», когда он спел с Кристиной, и еще там была одна песня, я уже, честно говоря, забыла. Вот, что у нас здесь? Здесь у нас вот такой вот диск, он такой вот белый, и на сингле присутствуют всего-навсего три трека. Ну, в принципе, это классно. Вот такие вот треки, но для тех, кто слушал этот диск, скажите мне, чем отличается первый от второго. Честно говоря, я не нашла ни одного отличия. Только если в продолжительность, но там, по-моему, пара секунд. Не понимаю вообще, в чем прикол, но проиграли две песни, и мне они показались абсолютно одинаковыми. Если я что-то не догнала, напишите мне, что я не догнала. Вот. Я с удовольствием узнаю, потому что, ну вот честно, самое интересное. Так выглядит у нас задник диска. Ну, это чисто сингл Puffa Daddy, это не сингл Кристина, да? Кристина как бы просто одна из звезд. Ну, как-то так, в общем, приятное дополнение коллекции, ничего большего не скажу. Ну, конечно, и поклонникам Puffa Daddy. Ну, надеюсь, вам понравился данный обзор. Огромное спасибо за внимание и пока-пока.